Okay, we just ended chapter 24. Заканчиваем 24 главу, да, закончили. Chapter 25. Abraham again took a wife. 25 глава, у Авраама новая жена. Now, how old was he at this time? Сколько ему было уже? Авраам. 140. Well, he was at least 137. Ему было 137, точно. Sarah died at 127, потому and Abraham would have been 137, потому что and it was after the death of Sarah. Сара умерла в 127, у них разница 10 лет, и он so, взял жену себе после смерти Сары. Значит, где-то точно уже 137 было. This man had a lot of energy. У него, у мужчины этого было достаточно много энергии. Anyway, where he ate well. His meal was good. And he went to the gym 1 hour every day. Да, и он каждый день ходил в спортзал по часу занимался там. Which I've been doing for 20 years. То чем я уже 20 лет занимаюсь. Except on Shabbat. Только не на Шаббат. Okay, so anyway, he had more children, but it says that he sent these wives and children away, so that only Isaac could inherit. И у него были еще жены и дети, но он их всех отправил, и остался у него только Ицхак. He died, both of his sons, Ishmael and Isaac, buried him in the cave at Machpelah. И когда он умер, то оба его сына, Ишмаэль и Ицхак, похоронили его в... Can you... that verse when he was buried. Oh, okay, verses 7 through 11. Махпеля его похоронили. Okay. So, now, verses 20, chapter 25, verses 12 through 19. Из 12 по 19 стих. I'm sorry, 12 through 18. По 18. Ishmael and his children. Исмаил и его дети. Now, what have I said before? I said God often deals with the less important part of the story, okay, and then goes on to the more important. Часто Бог как бы показывает, как он разрешает менее важные ситуации или истории в Библии и все-таки делает акцент на более важных. Covenant does not go through Ishmael. Завет продолжился с Исмаилом. He's important. He's a son of Abraham. Он важен, он сын Авраама. He has blessings from God. У него есть благословение от Бога. But the covenant goes through Isaac. Но завет продолжается все-таки через Ицхака. So the scripture follows the covenant. И Писание двигается вдоль линии именно завета. So now Rebecca is barren. She cannot have kids. Cannot. Теперь это самое, Ревека уже бесплодная, и она не может иметь детей. Ей нужно теперь чудо уже. И Ицхак молится, и она забеременела. И она чувствует, что у нее двойня, близнецы. Из моих четырех детей двое уже состоят в браке. И у них есть близнецы или близняшки, там, двойняшки. Okay, so, и она Ревека почувствовала, как они уже в утробе борются. God, so what's она спросила у Бога, что происходит внутри. 23 стих говорит, Бог говорит ей. Господь сказал ей, «Два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Здесь говорится о том, что Бог обратился именно к Ревеке, он не говорил Ицхаку. А Ревека сказала Ицхаку? Мы не знаем.
Может быть, нет. Итак, у нее двое детей, Иаков и Исав. Когда родился Иаков, то когда родился Исав, то Иаков держал его за за пятку. Поэтому его имя Яаков. Это происходит от из иврита «экев» — это пятка. То есть он схватил его за пятку. И сейчас очень важный момент. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яаков человеком кротким, живущим в шатрах. Так, слово... It says that he's got humility. На иврите вот это слово, которое у нас переводится как «кроткий», значит «там». Это слово подразумевает полноту. Во множественном числе получается «тамим». И здесь такое как бы усиление означает «очень праведный». Другими словами, это очень позитивный духовный термин. А в 28 стихе мы видим, что есть проблема в семье. Говорится о том, что Ицхак любил Исава, а Ревека любила Яакова. О чем это нам говорит? Вам о чем это говорит? С кем Исав был в более тесных отношениях? А Яаков с кем? Итак, Яаков сварил похлебку, и Исав пришел. Написано, что красного. И Исав сказал: дай покушать, а то я такой голодный. А Яаков сказал: продавай свое первородство. Это значит первородство. Исав говорит: слушай, я сейчас умру здесь, кому какая разница по поводу этого первородства? А он действительно, действительно ли так все было печально, что он вот сейчас бы упал и умер, если бы не поел? Как бы семья процветает, у них куча денег, вся, любая еда какая только может быть. Идея в том, что Исав именно захотел именно вот это съесть, потому что оно выглядело привлекательно. И есть библейский комментарий в 34 стихе. Написано: Исав пренебрег свое первородство. То есть он не ценил это. А здесь, разве здесь говорится о том, что Яаков обманул? Говорится ли здесь, что Исав, он страдал, там был голоден, умирал от голода, а Яаков там над ним поиздевался? Я сейчас остановился на этой истории по очень важной причине. В такой христианской традиции Яаков всегда представлен как таким
человеком, который постоянно пытается надуть кого-то, ждет получить свою выгоду. Он прямо как еврей, которому нельзя доверять. Он везде ищет возможность нажиться. Да, я серьезно говорю, что есть христианские комментарии, которые вот прямо так и говорят. Вот эти евреи. Но есть как бы еврейская основа этой истории. Этого не прочтем в Библии, но, возможно, это так и есть. Традиция была такая, что каждый год в годовщину смерти отца первородный сын должен был приготовить как бы еду своему отцу. В раввинистической традиции вот этот день, это был день смерти Авраама. И как бы по традиции именно Исав, то есть как первородный, он должен был приготовить эту еду. А что Ицхак делал? То есть я имею в виду, что Исав делал в это время? Пошел, провел классное время, поохотился. Он, то есть он другими словами даже своего отца не уважал таким поведением отца. И когда он приходит, ну, кроме всего того, о чем уже упомянулось, он вообще хочет съесть еду, которая предназначалась отцу. То есть во время, ну, когда там годовщина смерти отца рода, сын должен приготовить своему отцу еду. Яков говорит, то есть в этой истории Яков другими словами говорит: слушай, я сейчас сделал то, что должен делать первородный сын. А ты не уважаешь это, и поэтому отдай мне права первородного. Понимаете? Мы не знаем на 100%, было ли это так, но очень даже возможно. Логически. 26 глава. Ну, не будем на всей главе останавливаться, только на последней части. 34 и 35 стих. Исав, когда был 40 лет, взял себе в жены Ягудифу, дочь Бера хитиянина, и Васимафу, дочь Елона хитиянина. То есть он взял себе в жены из хитеев. Он уважал своего отца? Нет, он даже не спрашивал своего отца или мать, ну, на ком ему стоит жениться. Это образ человека, который делает все, что ему угодно. И не имеет никакого уважения ни к кому. Даже к своему отцу, который дал ему все. 27 глава. Очень интересная и сложная, запутанная история. И Ицхак почти слеп, он уже не может видеть нормально. Он знает, что он стар. Говорит: теперь я хочу благословить своего сына Исава. И после всего, что произошло, все равно он считает, что должен уделить главное благословение своему сыну Исаву. Но Ревекка это услышала.
И сказала, что нет, секундочку, этого произойти не должно. Она знает это обещание, которое было изначально, что Бог хочет благословить меньшего, а не большего. Говорила ли она это Ицхаку? Не знаем. Если она говорила, тогда Ицхак просто отвергает это слово, которое Бог дал. Если она не сказала Ицхаку, то это свидетельствует о том, что у них было очень напряженное общение. То есть, другими словами, если было такое развитие событий, то значит, возможно, она чувствовала, что она не может поделиться этим с Ицхаком. Поэтому она говорит Якову: «Я приготовлю кушанье, а ты притворись твоим братом». И Яков говорит, что «Я не могу это сделать, потому что вместо благословения получу проклятие». А что говорит его мать? Она говорит, что проклятие будет на мне. Просто сделай. Что бы вы сделали в такой ситуации? Подумайте, вы, например, не близки со своим отцом, а близки с матерью. Это семья, которая не функционирует правильно. Ицхак слеп. То есть библейский смысл как бы заключается в том, что он духовно плохо видит, он духовно почти ослеп. И поэтому, и дальше мы видим, что Яков переодевается в своего брата и получает благословение первородное. И когда выходит Яков, то Исав заходит. Типа, папа, вот я пришел. А у Ицхака говорит, что? А Ицхак говорит, я только что благословил твоего брата, и он будет благословен. Почему он это сказал? Возможно, это был такой момент истины, и в этот момент Ицхак прозрел и увидел, что духовно увидел, что благословение именно должно было быть на Якове. А может быть, было такое просто правило в те дни у людей того времени, что все, что сказано, уже сказано. Даже если кто-то обманул там и отобрал благословение, то уже поздно что-то делать. Тем не менее, Исав в гневе. Говорит, я убью Якова. Ревека это слышит. И говорит, Ицхак, давай отправим Якова к моей семье. Вот что они сделали. И в первую же ночь Яков приходит в Вифиль. То, что потом будет называться Вифиль или Бейт-Эл. И он ложится спать. И что с ним происходит? Помните? Он видит сон. И в этом во сне, в видении, он видит лестницу, которая спускается с небес до земли. Это 28 глава с 12 стиха. Нашел. Speaks to Jacob.
Итак, Бог говорит с Яковом. This is verse 13, chapter 28. 13 стих. And why don't you read through verse 13 through 15? И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Звучат ли здесь хоть какие-то ноты злости со стороны Бога на Якова? No. Нет, правда? God knew the whole story. Бог-то видел все, что происходило. Бог говорит, что я с тобой и весь завет через тебя. То есть Яков для нас — это образ человека, который хватается за благословение, который хочет быть благословен. 29 глава. Яков продолжает свой путь и выходит из города. Садится у колодца. И там стада овец. И он спрашивает у людей, откуда они, и они говорят, что они из Харана. You know, Nahor, he's my family. И он сказал, что знаете ли вы Лавана, сына Нахорова, потому что он из оттуда. И они сказали: да, знаем, и вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. Появляется Рахиль. И так уж получилось, что она тоже такая симпатичная. И он подбегает к ней, плачет, целует ее. Ребекка ran, told her father. Ребекка? I'm sorry. Rachel ran and told her father. И, ну, Рахиль возвращается в дом и говорит отцу своему. So Nahor says, oh, come in. И он, и ее отец говорит, приглашает Якова домой. Okay. So и он остается там около месяца. Then, me, you so и Лаван говорит Якову, что ну ты пробыл здесь уже целый месяц, и как бы ну я не могу тебя отпустить с пустыми руками. Можешь взять, что хочешь. Старшая была дочь была Лия, а младшая Рахиль. Яков сказал, что ну он хочет взять в жены Рахиль, потому что она ну, красивая. Он сказал: буду служить тебе 7 лет, чтобы ты отдал мне в жены Рахиль. Лаван говорит: хорошо. За этим следует 7 лет тяжелой работы. Потом свадьба. Потом наступает ночь, темно. И Яков в шатре. И Лаван присылает Лию. И на следующее утро просыпается Яков. Смотрит. Кто? Ой, Гавалт! Ой, да, кричит дико. Says to Laban, what did you do? И говорит Лавану: ты что натворил? Said, well, it's our rule. We have to marry the firstborn. А он говорит: слушай, ну у нас так, такие правила, сначала старшую выдаем замуж. Яков говорит: слушай, у тебя было 7 лет, чтобы сказать мне о ваших обычаях, а ты мне сейчас рассказываешь? И Лаван говорит: ну хорошо, хочешь, еще 7 лет на тебе. А в это время продолжается эта свадебная неделя с Лией. Раньше вот свадебная церемония длилась неделю. Then, after the week, he
Rachel. А потом через неделю он, after a week. Yes. Just one week. Через неделю он женится на Рахиль. Then he worked for her the next 7 years. А потом работает за это еще 7 лет. So instead of one wife, he gets two. И вместо одной жены получает 2 акции. And then they start having kids. Well, first Leah starts having kids. Потом у них рождаются дети, сначала у Лии. She has Reuven. Да, Рувим. Chapter 29, verse 32. С 32 стиха. Симеон. Симеон. Леви and Yehuda. Леви и Иуда. So four kids. Boom, 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 boom. Уже четверо. Then Rachel sees that she has no kids. А у Рахили не было детей. Now listen to this. По традиции. She says to Jacob, give me children or I'll die. И она, представьте себе ситуацию, Рахиль подходит к Якову и говорит, слушай, давай делай мне детей, а то я умру сейчас. А Яков говорит, слушай, такое впечатление, что я не старался. It's not my fault, you know? Не моя вина. So she says, okay, take my servant, have a couple of kids with her. И тогда Рахиль говорит, на тебе вот мою служанку и заведи с ней парочку so детей. Couple more kids. Еще пару детей появляются. Then Leah sees that she stopped having kids. А потом Лия видит, что у нее перестали рождаться дети. И говорит Якову, вот тебе моя служанка, и давай с ней уже пару детей сделаем. So a couple of more kids. Еще парочку детей. And then, finally, Rachel has, a son. И наконец-то у Рахили появляется сын. Прямо племенное хозяйство там. Actually, Leah had two more kids and a daughter, and then. И у Лии там еще двое детей и дочь, а потом Рахиль. Yosef, which comes from the Hebrew word asaf, which means to add. To means to. Add. Add. Add to. Добавлять. Появляется Иосиф от из иврита асаф, что значит добавлять. So the 7 years are up. 7 лет проходит. Jacob says to Laban, send me away, the, you know. Яков говорит Лавану, давай, в общем, отправляй меня уже из своего дома. No, I don't want to do that. А Лаван говорит, не хочу тебя отправлять. Why? Почему? I have seen that God has blessed me for your sake. Потому что он объясняет это так, что говорит, потому что Бог ради тебя благословил меня. In other words, he's gotten very wealthy because of Jacob's work. То есть Лаван процветал благодаря Якову. So he says, continue to serve me, and they work a deal out who gets what. И Лаван говорит, продолжай работать, но они потом заключают как бы договор о том, кто что получает. Now by this time Laban has had sons. И к этому времени у Лавана уже появились сыновья, которые выросли. Now, and they say, look, all of you know Jacob's getting rich, and we're not. И они сказали Лавану, что посмотри, Яков богатеет, а мы нет. So Laban says, well, you know, if this continues, I won't have anything to give to my sons. И Лаван в конце концов говорит, что если так будет дальше продолжаться, то мне вообще нечего будет отдать своим сыновьям. So it says that the look of Laban changed toward Jacob. И написано, что взгляд Лавана на Якова изменился. So, Jacob has a dream from God. И так у Якова было видение от Бога. And says God says go back to your family's house. И Бог ему говорит вернись в дом отца твоего. So he talks to his wives. Яков говорит своим женам. They say it's okay with us, let's go. Говорит все нормально, пошли. So they leave. И они уходят. Without telling не говорят ничего Лавану. Через 3 дня Лаван об этом узнает. И он их преследует. Почему он так самоотверженно их преследовал? Потому что Рахиль взяла с собой 2 домашних богов. Трофеи.
немецкие трюфели. Одно из археологических исследований говорит нам, почему это настолько важно было для, вот, например, Лавана. In America, if you want to leave your possessions to someone, after you die, в Америке, если ты хочешь оставить наследство кому-то, ну, когда ты умрешь, you write a legal document, it's called a will. Пишется просто как бы это, ну, это как она? Завещание. You probably have something like that here, right? Это может быть то же самое вот в этом случае. In other words, there's a legal way of determining who gets the possessions of someone that has died. То есть это такой один из способов получить наследство. Вот, вот это было как бы таким завещанием. В те дни тот, кто владел вот этими вот трофейными идолами, тот был наследником. Вот почему, вот одна из причин возможных, почему Лаван был настолько, ну, так сильно преследовал Якова. Потому что он не хотел, чтобы Яков вернулся в его дом после его смерти и забрал его имущество. Anyway, so he says, why did you leave? We could have had a big party. И, ну, он так переводит разговор на то, что почему ты ушел, мы могли это хорошо отметить. Besides, ну и так, между прочим, типа, почему ты с собой прихватил этих идолов? Но Яков не знал, что Рахиль их взяла с собой. А что он говорит? Here, если найдешь кого-то, кто сделал это, то пусть он умрет. Прекрасно. So Laban searches everything. И, но Лаван ищет везде. But he goes into Rachel's tent. И подходит к шатру Рахили. She has the trophim under her saddle. У нее под седлом были эти идолы. She says, oh, please, father, don't make me get up. И она говорит, ну, папа, пожалуйста, не заставляй меня вставать. It's my monthly cycle. Ну, у меня месячные. Я не могу двигаться. Он говорит, ну хорошо. И договаривается Яков с Лаваном. О том, что никто не пересечет как бы границу для того, чтобы претендовать на имущество друг друга. Якова отлегло от сердца. И ему предстоит пересечь реку. И он понимает, что лучше всего ему сообщить Исаву, что он возвращается. Он посылает одного из своих слуг, чтобы тот сказал Исаву. А тот докладывает Иакову, что Исав идет с 400 людей навстречу. А что было последними словами, которые услышал Яков от Исава? Что тот хотел его убить. А теперь он идет еще с 400 людьми. Зачем ему 400 лет, начинает думать Яков. Ой, 400 человек, извините. So, he sends a lot of animals onto Esau. И посылает там навстречу Исаву всякие приношения, дары. И разделяет всех своих людей, всю свою семью на 4 группы. Что если Исав как бы, ну, нападет на одну из частей, то остальные могут спастись. И в ту ночь он остается сам. И он борется с ангелом. И написано, что и ангел не мог его побороть.
Это очень удивительно. И вы, наверное, слышали проповеди о борьбе с Богом. Типа, держитесь за Бога до тех пор, пока Он не даст вам то, что вам нужно. Ну, и это, конечно же, ну, один из уроков, который мы можем вынести отсюда. И Яков говорит, что я не отпущу, пока ты не благословишь меня. А ангел спрашивает, как имя твое? Тот говорит, Яков. И ангел говорит, что это больше не, ангел говорит, что это теперь не твое имя. Теперь твое имя Исраэль. What does mean prince? Prince is like a prince is under the king. Ага. Это, ну да, я понял. Я просто думал, что это что-то другое значит. То есть переводится как тот, кто борется с Богом, или тот, который именно ну, следующий после Бога, как бы после царя. И имя и Яков называет это место Пенуэл. Которая означает лицо Божье. Потом, и он объяснил это, что потому что я видел Бога лицом к лицу и остался жив. Ну и написано, что ангел тогда победил его, потому что коснулся состава бедра его, и поэтому в 32 стихе говорится, поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Якова. Яков смотрит и видит, как Исав приближается. И он выходит, чтобы встретить его, и уверен, что он очень напуган. Но оказывается, что Исав больше не злится. У Исава есть все, что ему нужно. Он больше вообще не беспокоится о духовных вещах. Говорит, да, рад, что тебя видеть, хорошо, что ты вернулся. Ты мне присылал там всякие дары, они мне не нужны. Но Яков говорит, нет, пожалуйста, возьми себе. И Исав идет своим путем, а Яков идет в Сихем. Это был первый же город, в который пришел Авраам в земле обещанной. So they're staying right outside the city. И они, и Яков остается вне города. И вы помните всех детей, которые были у Иакова? И одна дочь. Why? Все сыновья и одна дочь. Зачем? Out of the ordinary. Как бы, ну, не очень логично. Была не упомянута, потому что дальше о ней идет история. Вот сейчас мы к ней подошли, к этой истории. Она приходит в этот в город, в Сихем, и встречает там других женщин. Этот сын царя этого города, он видит эту Дину, да, правильно, и насилует ее. But he says, I wanna marry her. Но он говорит, что я хочу на ней жениться. So the sons of Jacob heard about this story. И сыновья Якова узнают об этом. So they're thinking we're going to get even. We're going to get revenge. И они говорят, что мы должны отомстить. So they say, okay, you want to marry us, then you all have to become circumcised, and we'll be one people. Они и говорят так, идут таким путем, говорят, что хорошо, вы хотите жениться, ты хочешь жениться на нашей сестре, придется вам всем обрезаться, чтобы стать частью нас. So the leader of the city and his son go back, and they convince the whole city to do this.
И они приходят к царю этого города и убеждают всех сделать, поступить так. Через несколько дней весь город очень слаб из-за того, что они совершили обрезание. А Симеон и Левий входят в город и убивают всех мужчин. Стих 34 глава говорит, что они забрали все имущество. Стих. А в 30-м говорится, что Иаков напуган. Он спрашивает, он говорит, что вы натворили, сейчас все жители этой земли соберутся и уничтожат нас. А они, братья, ответили, что нужно было оставить так, без всяких действий, то, что к нашей сестре отнеслись как к проститутке. Что Иакову теперь остается делать? Что говорит следующий стих? Написано ли, что он молился, что была какая-то подготовка? Написано, что Бог сказал, что делать. Подумайте. Мы видим Иакова, который еще более напуганный, чем перед встречей с Исавом. До этого он боролся с Богом до тех пор, пока не получил благословение, пока не получил ответ. А на следующий раз сам ответ приходит. Бог поступает по-разному в разных ситуациях. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды твои, ваши, и встанем и пойдем в Вифиль. В 5 стихе говорится, отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. Представьте себе, что все были напуганы и боялись трогать дом Иакова. Иаков строит новый жертвенник в Вифиле. И снова Господь является Иакову. И повторяет предыдущее обещание. Потом они двигаются от Вифиля на юг. И приближаются к Ефрату на пути в Вифлеем. Рахиль беременна. У нее ребенок, но который умирает. То есть, в смысле, да, она умирает. So imagine Jacob's sorrow. Представьте себе печаль Иакова. His dream wife, the one that he loved. Это жена, о которой он мечтал, которую он действительно любил. Gone. Ее больше нет. Now at least he got another son out of it. He called Benjamin. Но, тем не менее, у них рождается сын, который зовут Вениамин. В 27 стихе говорится о том, что и умирает Ицхак в возрасте 180 лет. И Яков и Исав похоронили его. Talks about all the son, all the descendants of Esau. 36 глава говорит о всем на всех наследниках Исава. Now what are we doing? What's the biblical pattern? И какая же библейская модель всего этого? You tell the story of the less
рассказывается история о менее важной личности. А потом продолжаем и смотрим на более важную линию. И перейдем к рассказу об Иосифе после перерыва.